Я думаю, что на самом деле всякую экстремистскую деятельность нужно пресекать по-любому. Кому это все нужно? Но любая экстремистская деятельность для меня — это такие человеческие пережитки какие-то, абсолютно человеческая глупость. И чем больше это будет пресекаться, тем лучше. В каких-то особо экстремальных случаях я бы еще стерилизацию ввел бы, честно.